Здравствуйте. Доброе утро. С вами Полина Толмачева и Ольга Дмитриева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречаем новый день вместе. И сегодня в нашей программе вы увидите. Развитие общественного транспорта. В Одинцовском округе появятся новые автобусы. Скорректируют их остановки и маршруты. Лидер по количеству участников. В Подмосковье завершилось голосование за объекты благоустройства. Губернаторские проекты. О развитии сферы дошкольного образования в муниципалитете расскажем в нашем репортаже. Маленькая страна. В Старогородковской школе-интернате отметили День защиты детей и открыли детский лагерь. За чашкой чая. Мероприятие в честь Международного дня соседей провели в Знаменской библиотеке. Вдоль живописных пейзажей. Об активном отдыхе на каякинге и сапсерфинге расскажет наш корреспондент. 2 июня 1856 года в Амурской области основали город Благовещенск. Тогда неподалеку от устья реки Зии на левый берег Амура прибыл военный отряд численностью около 500 солдат. Они занялись расчисткой территории и подготовили ее для размещения переселенцев. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрим в нашей следующей рубрике. Второго июня 1955 года директивой начальника генерального штаба утвержден проект космодрома «Байконур». Назывался он сначала «Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5». Его возведение шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Строительство первой очереди космодрома завершили в рекордные сроки, и спустя два года с полигона впервые запустили межконтинентальную баллистическую ракету конструкции Сергея Королева. Именно с Байконура в 1957 году полетел и первый в истории искусственный спутник Земли. А через 4 года – космический корабль с первым космонавтом Юрием Гагариным на борту. 2 июня 1924 года в США вступил в силу закон, который предоставил индейцам право на американское гражданство. С момента образования Соединенных Штатов до начала 20 века коренные народы массово истребляли и изымали у них земли. В итоге индейцев уравняли в правах и предоставили им гражданство, но только формально. Полные избирательные права во всех штатах они получили только после завершения Второй мировой войны. 2 июня в России отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые дату отпраздновали в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому Дню обжорства. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Как бы ни была банальна фраза «мы то, что мы едим», но она точно отражает суть здорового образа жизни. Также в Азербайджане сегодня отмечают День работников гражданской авиации. В Таиланде – фестиваль ананасов, а в Болгарии – праздник роз. 2 июня 1743 года родился итальянский мистик и авантюрист Алессандро Калиостро. Граф – один из самых загадочных и мистических персонажей XVIII века. Он известен еще под несколькими именами, а при рождении его звали Джузеппе Бальсамо. Также сегодня родились российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист Константин Победоносцев и актер, режиссер и сценарист Иван Добронравов. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье модернизируют общественный транспорт. В области появится 1300 новых автобусов. По просьбам жителей скорректируют остановки и маршруты. Новые машины уже работают на дорогах. Подробности у Елены Краевой. С начала года на линиях Мострансавто уже работает более 300 автобусов большого класса, около 400 среднего, а также порядка 140 малого. Где и какое транспортное средство должно быть задействовано, определяется в зависимости от загруженности маршрута и пассажиропотока. Программа модернизации автобусного парка реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Андрея Воробьева. Современные комфортные автобусы – один из ключевых запросов наших жителей. Важно, чтобы транспорт не только ходил четко по расписанию, но в салоне было тепло зимой, не душно летом, было где поставить коляску или самокат, никаких трудностей не возникало у людей с ограниченными возможностями здоровья. Наша маршрутная сеть – крупнейшая в России, она покрывает 80% территории региона. И каждый год мы стараемся модернизировать автопарк. С января на маршруты области вышли уже более 800 новых транспортных средств. До конца года планируем довести их количество до 1300. В Одинцовском округе транспортное обслуживание населения осуществляют 8 транспортных компаний. Их автопарк насчитывает 257 автобусов на 120 направлениях, 54 из которых межмуниципальные и 73 муниципальные.
Но высокий уровень перевозки пассажиров зависит не только от количества и качества машин. Жителей области волнуют схемы движения автобусов, их согласованность с расписанием электричек. Сегодня попрошу сделать акцент на как раз анализе жалоб, что именно не устраивает людей, какие меры предпринимаются перевозчиками, чтобы улучшить ситуацию, какие еще нам необходимо сделать шаги в этом направлении. В целях контроля качества предоставления услуг по перевозке проводятся совместные проверки администрации и региональной пассажирской инспекции. Телеграм-каналы «Одинцово Транспорт» и «Горячая линия» в режиме реального времени передают жалобы, в том числе на поведение водителей. Применение системы РНИС позволяет отслеживать движение автобусов, нарушение схем или проезд остановок. В соответствии с поручением Министерства транспорта Московской области, администрация с мая месяца проводит совместные проверки с контролирующим органом ГКУ АПИ, административно-пассажирская инспекция. Волонтеры и сотрудники администрации помогают инспекторам проверять работу терминалов, наличие билетов, разъясняют пассажирам о правилах проезда в автобусе. Благодаря модернизации автопарка в Одинцовский округ передали 29 новых автобусов. Из них 14 среднего класса, 10 большого и 5 малого. До конца сентября планируется получить дополнительно 4 автобуса большого класса и 6 среднего. Водители преимущества новой техники уже отметили. Кондиционеры работают, сиденья удобные, низкие полы, подниматься хорошо пассажирам удобно. Стали автоматы, коробки. Водитель меньше отвлекается на переключение передач. В автобусе очень много видеокамер оборудовано. Вот я отслеживаю в салоне закрытие и открытие дверей, кто вышел, кто зашел, вот, чтобы не зажать дверями там, или не тронуться там преждевременно. Новые автобусы соответствуют всем современным требованиям. Оснащены стационарными валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, двойными стеклопакетами, системами аудиоинформирования и климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, пневматическими подвесками и двигателем стандарта Евро-5. Для удобства маломобильных пассажиров встроена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованная кнопкой связи с водителем. Преимущества новой техники оценили и местные жители. Сейчас лучше стало, да, чем раньше. Раньше мы могли за 40 минут, за 50 минут добираться. Сейчас это занимает, ну, минут 20. Вот мне от города вторых 20 минут занимает до работы доехать. По мере необходимости в округе появляются новые направления и увеличивается количество единиц техники на линиях. Отслеживать маршруты пассажиры могут в мобильных приложениях. Больше 1 миллиона жителей уже почувствовали изменения. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово». 31 мая завершилось всероссийское голосование за объекты благоустройства. Окончательные итоги планируют подвести 5 июня. Одинцовский округ стал одним из лидеров по количеству участников голосования. Парки, скверы, центральные улицы и общественные территории становятся все более комфортными и современными благодаря участию жителей. Рассказывает Екатерина Крамер. Каждый год жители Подмосковья принимают активное участие в голосовании за объекты благоустройства. Благодаря этому становится все больше комфортных и современных общественных пространств. В этом году в Московской области голосовали за 248 объектов в 56 городских округах. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. Жители могли выбрать объект благоустройства самостоятельно или воспользоваться помощью волонтеров. 31 мая завершилось голосование по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Оно проходило по всей стране. Наш Одинцовский городской округ, конечно же, не исключение. В нашем округе был выбран для голосования 24 объекта. Основными точками, где жители были наиболее активны, стали Центральная площадь в Одинцове и сквер в Голицыне. За последний, как один из более важных объектов в округе, отдала свой голос и депутат окружного совета от «Единой России» Лариса Бархатова. Я просмотрела весь список объектов, и они все очень важны для нашего района, потому что наш район... С каждым днем он, во-первых, растет количество населения,
И он благоустраивается, он действительно становится лучше, краше, он становится приятнее для тех людей, которые здесь живут. Очень много вопросов решено уже вот буквально за несколько последних лет. Алина в этом году помогала жителям в голосовании. Вместе с командой волонтеров она и сама смогла отдать свой голос за одну из локаций. Жители, конечно, заинтересованы в вопросах и как бы в голосовании за момент, который их интересует. Конечно, не в большинстве своих случаев, но они проявляют свою инициативу и очень даже смело голосуют. К нам даже дети подходили. Всего в Московской области в голосовании приняли участие более 740 тысяч человек. Одинцовский округ стал одним из лидеров по количеству проголосовавших за объекты благоустройства на будущий год. Свои голоса отдали почти 40 тысяч жителей. Результаты голосования можно посмотреть в реальном времени на официальном сайте проекта. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово». У выпускников подмосковных школ начался экзаменационный период. В этом году ЕГЭ сдают более 32 тысяч 11-классников. Ознакомиться с набранными экзаменационными баллами можно на официальном портале Рособрнадзора, в личном кабинете регионального центра обработки информации или непосредственно в школе. Результаты появятся в системе по мере их обработки в соответствии с утвержденным графиком. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта более 1 миллиона жителей Подмосковья стали добираться до пункта назначения быстрее и комфортнее. Изменения коснулись не только схем движения автобусных маршрутов, но и развития транспортной инфраструктуры, обновления автопарка и остановочных пунктов, организации выделенных полос. Для удобства жителей изменили схемы достижения более 60 маршрутов, запустили более 40 сезонных и около 30 экспресс-маршрутов до метро и железнодорожных станций, а в мобильное приложение «Транспорт Подмосковья» уже интегрировали порядка 1900 автобусных маршрутов, остальные станут доступны летом. Дорожные службы Подмосковья приступили к химической обработке полос отвода региональных дорог от борщевика Сосновского. На сегодняшний день из запланированных 2000 гектаров химикатами обработано уже более 70. Работы запланировано завершить 10 июня. Химобработка гербицидами позволяет остановить рост нежелательной растительности и прекратить дальнейшее распространение. Для достижения максимального результата работы проводятся перед началом цветения как механизированным, так и ручным способами. По завершении обработки в середине июня дорожные службы приступят к механическому окосу. С 1 по 4 июня в парках и на общественных территориях Подмосковья, а также на портале «Добродел» пройдет голосование «Улучшаем парки Подмосковья вместе». На выбор жителей представлено 125 территорий в 60 муниципалитетах. Работа организована совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и волонтерами, главной задачей которых станет информирование и привлечение к участию в голосовании посетителей парков. Оставить свои пожелания можно как самостоятельно на портале «Добродел», так и с помощью волонтеров, которые ежедневно будут дежурить в наиболее оживленных местах парков и муниципалитетов. Благодаря реализации проектов губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском округе активно развивается сфера дошкольного образования. Строят новые детские сады, открывают полисадики, а также внедряют современные педагогические технологии. Один из таких проектов – предшкола, стандарт детского сада. Его успешно реализуют в 8 учебных комплексах муниципалитета. Эта программа значительно облегчает ребенку адаптацию при переходе из сада в школу. Тема дошкольного образования находится на особом контроле у губернатора Московской области. По инициативе Андрея Воробьева с каждым годом запускаются новые проекты, внедряются современные педагогические технологии для дошкольников. Одна из таких успешных программ – предшкола, направлена на обеспечение преемственности между детским садом и школой с вовлечением в процесс родителей. Для ребят из старших и подготовительных групп мы запустили проект «Предшкола. Стандарт детского сада». Это специальная образовательная программа, чтобы переход из сада в школу был для детей максимально комфортным и легким. Эту систему в рамках пилотного проекта запустили в 2022 году, и она уже дает положительные результаты.
По программе предшколы занятия в старших группах проводят учителя из школ-партнеров, а школьники берут шефство над малышами. В Одинцовском округе нововведение реализуется пока в 8 образовательных комплексах, но уже многие учреждения готовят документы на участие в новом учебном году. Конечно, проект себя очень хорошо показал, потому что после этого проекта, когда дети переходят сейчас в школу, для них это не страшно, они понимают, что это такое, что там нет устойчивости, с которых закрывают, и она требует от них каких-то знаний. Они уже более подготовлены, они уже более адаптированы к школьной среде дети. Поэтому проект, на самом деле, очень нужный, очень хороший. Помимо учебных занятий, программой предшколы предусмотрен и совместный культурный досуг. В этом году у нас прошли очень интересные мероприятия, где на одной большой сцене принимали участие и учащиеся школы, и воспитанники детского сада. И ребята, уже придя в первый класс, а вот они уже здесь сейчас в летнем лагере, они знают учителей, они знают друг друга, они знают школу. И им, скажем так, уже интересно, они уже чувствуют себя взрослыми. При поддержке губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье быстрыми темпами идет строительство детских садов. В Одинцовском округе в этом году уже сдали 2 объекта. Еще 2 распахнут свои двери в скором времени. Таким образом, дошкольное образование смогут получить еще почти 1500 малышей. У нас в январе буквально уже по программе губернатора было открыто 2 сада, 1,400 мест в Шикагусарская баллада. Там просто у нас такая проблемная территория была. В Кубинке открыли в городе на 330 мест садик. Сейчас вот в Немчиновке открывается сад на 300 мест. И на 400 мест Трехгорки, что тоже является такой же проблемной территорией. Кроме того, в густонаселенных микрорайонах реализуется еще один проект губернатора – палисадики. Сейчас на территории Одинцовского округа открыто уже 8 таких мини-садов. И только за прошлый год для дошколят дополнительно было создано 785 мест. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Костюмированное представление, сказочные герои, шоу барабанщиков и много детского смеха. Так в Старогородковской школе-интернате имени Фурагины отметили День защиты детей и открыли детский лагерь «Маленькая страна». Полина Бахова расскажет подробнее. Барабанная дробь разбудила сказочных героев, которые нежданно нагрянули на детский праздник. Буратино и Карлсон, Мальвина и Скоморох вызвали настоящий переполох ранним утром в школе-интернате имени Фурагины в Старом городке. В честь Дня защиты детей они устроили для малышей настоящее представление с подвижными играми, забавами и загадками. Слушаем внимательно. Какие вы молодцы! Давайте действительно, Слот! Молодцы, конечно, мы все угадали, так? Своей детской непосредственностью и радостью ребята заразили даже взрослых. Росгвардейцы – частые гости в этой школе. Вместе с малышами они повеселились от души. Мы здесь не первый год в этой школе, потому что детки особенные, школа прекрасная. Воспитатели здесь, учителя помогают всем, чем можно, как говорится, таким красивым, прекрасным деткам. И мы с ними рады вообще всегда участвовать. Мы и эстафеты проводим разненькие с ними, там и веселые стартики. И дети каждый просто на все 100 стараются выполнить, показать себя, какие они молодцы. Шум и радостный смех в этой школе останется еще на 3 недели. Здесь открылся лагерь дневного пребывания «Маленькая страна». Он примет учеников школы, а также ребят из малообеспеченных семей и детей участников СВО. В лагере будет у нас 20 детей. Он будет у нас до обеда. Это дневная площадка. Разумеется, это оздоровительные мероприятия, развлекательные мероприятия, различные кружки, различные квесты. То есть очень насыщенная программа для детей в течение 21 дня. Школьный праздник в честь открытия лагеря и Дня защиты детей удался. Все ребята получили подарки и сладкие угощения. Впереди у них много летнего солнца, интересных событий и приключений. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Оставайтесь с нами, и далее в программе вы увидите. «За чашкой чая» – мероприятие в честь Международного дня соседей провели в Знаменской библиотеке. Вдоль живописных пейзажей. Об активном отдыхе на каякинге и сапсерфинге расскажет наш корреспондент. Новости, афиша. В рубрике расскажем о мероприятиях в округе, которые пройдут в эти выходные. Субботники, спортивные мероприятия, мастер-классы, квесты, тематические встречи. «Единая Россия» проводит в регионах ряд мероприятий в честь Международного дня соседей.
В Знаменской библиотеке гости по-соседски встретились за чашечкой чая. Вкусный чай из самовара, выпечка и разговоры по душам. Именно так встречаются добрые соседи. В Международный день соседей местные жители и гости пришли в Знаменскую библиотеку, чтобы пообщаться и интересно провести время. И сегодня это мероприятие мы проводим в формате чаепития, вопрос-ответ. Собрались жители, соседи, общаемся. Они нам рассказывают о своих вопросах, проблемах, помогаем их решать. Гостям удалось пообщаться с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым, одинцовскими активистами «Единой России». Именно библиотеки – наиболее подходящее место для таких встреч, уверены организаторы. Здесь ежедневно проходит масса событий для всех категорий граждан. Мероприятия, приуроченные к разным политическим событиям, мероприятия, приуроченные к юбилеям наших писателей, поэтов. Также у меня можно получить консультации по работе в личном кабинете Мосгаз, Мосэнергосбыт. Налаживание таких добрососедских отношений – залог создания благоприятных условий для жизни. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Спуск по Москве-реке вдоль живописных пейзажей. Организаторы утверждают, каякинг и сапсерфинг – разновидность активного отдыха, доступного каждому. Он не требует специальной подготовки, дарит отличное настроение и незабываемые эмоции. Подробности в сюжете Елены Краевой. Каякинг – сплав на персональной гребной лодке, которая называется каяк. Сапсерфинг – катание на доске по волнам с использованием весла. Оба направления уже не первый год привлекают туристов из Москвы и ближайшего Подмосковья. За прошлый год в Звенигороде организовали водные путешествия на каяках для 4000 человек. Здесь оставляют машины, мы их забираем, отвозим на место старта. Да, все проводим, инструктаж проводим, вот карты выдаем, они сплавляются по Москва-реке. То есть каяки, сапы. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с организаторами и обсудил возможность продвижения этого туристического направления на территории округа. К сожалению, в данный момент отсутствует инфраструктура, которая позволяла бы нам с комфортом и безопасностью осуществлять эту работу. Да? То есть, грубо говоря, у нас нет точки, где мы могли бы принимать наших гостей с понтоном, с туалетом, с раздевалкой. Спортсмены выступили с инициативой установить на стыке двух маршрутов в Звенигороде понтонную станцию, где участники заплывов могли бы переодеться и отдохнуть. Также прозвучала идея в будущем для любителей каякинга и сапсерфинга проводить большой тематический фестиваль. Глава муниципалитета данные идеи поддержал. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В Магнитогорске пройдет 20-й юбилейный фестиваль «Театр малых городов России». В смотре примут участие 16 театральных коллективов из небольших городов страны. Победители смогут представить свои работы в Москве. Идейный вдохновитель смотра – народный артист России Евгений Миронов. О других новостях России расскажем далее. В России появилась новая соцсеть «Норм». Она предлагает новый подход к продвижению личных блогов, брендов и бизнесов, но только тех, которые были отмечены пользователями как полезные. Главная особенность сервиса – максимально точные рекомендации специалистов, товаров или услуг от пользователей, которые будут отвечать за них своей репутацией, отображаемой в профиле. Попасть в социальную сеть можно только по приглашению. В станице Вешенской Ростовской области прошел Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль «Шолоховская весна». Культурное событие длилось 3 дня. Его главной темой стало 80-летие начала публикации романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Тысячи любителей литературы и донского фольклора приехали в станицу со всей России. В городе Щекино Тульской области мальчик нашел сумку с сокровищами. В ней были старинные медали и молитвослов. Вместе с мамой ребенок отнес находку в полицию. Хозяин сумки пока не найден, но 9-летнему мальчику вручили почетную грамоту за проявленную честность. Массу интересного о цветах вы сможете узнать в Лесногородской библиотеке имени Новикова 4 июня в это воскресенье в 3 часа дня на лекции «Ботанические сказки». О других мероприятиях в округе в эти выходные расскажет Полина Бахова в нашей рубрике «Новости афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас.
Лето стремительно ворвалось на улицы городов, парков и скверов и обещает нам много новых событий, праздников и позитивных эмоций. Например, в субботу клуб детского творчества «Умелые ручки» приглашает детей и их родителей на программу «Праздник русской березки». На нем вы познакомитесь с традициями празднования Троицы на Руси, а также сможете изготовить тематическую поделку в технике оригами «Веселый хоровод». Мероприятие пройдет в 12 часов в КДЦ «Молодежный». А в театре сказок парка Захарова в 12 дня можно научиться мастерить кукол из ткани и ниток. Кроме поделок, детям расскажут об истории возникновения таких игрушек и их значения. 5 минут – полет нормальный. На встрече, посвященной тайнам звездного неба, любознательным гостям расскажут о тайнах и легендах космического пространства. Откуда берутся метеориты и почему падают на Землю звезды. Встреча пройдет в Лесногородской библиотеке в 4 часа дня. А в Старогородковской библиотеке читатели смогут отправиться в путешествие по сказкам Пушкина. Желающие отгадают литературные ребусы, составленные по произведениям поэта, и поиграют в тематические игры. Всех желающих ждут к 11 часам. Для любителей спорта на поляне сказок парка Захарова в 5 часов пройдет турнир по настольному теннису. Участниками станут дети и взрослые. Они сразятся за лидерство в одиночных и парных женских и мужских встречах, а также в смешанных парах. Воскресный день в честь дня рождения поселка Назарьево в 12 часов гостей приглашает на праздничный концерт. В КДЦ Назарьевске выступят ансамбль народной песни «Заряночка», инструментальный ансамбль «Розовый дождь» и другие коллективы. В Горках вторых в 12.00 на детской площадке «Кораблик» у дома 43 пройдет праздник двора. Современные дети не знают, что такое лапта, вышибалы, городки и казаки-разбойники. Чтобы разнообразить детские будни, всех приглашают научиться старым добрым забавам. Юных натуралистов и любителей природы ждут в Немчиновском КДЦ в 11 часов на экологическую акцию для детей и родителей «Посади цветок вместе с нами». Для них проведут беседу об охране окружающей среды, после чего каждый посадит семена в уличные клумбы. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Представители НАСА провели первую публичную встречу по НЛО спустя год после начала исследования необъяснимых явлений. Космическое агентство взяло на себя задачу проанализировать и объяснить загадочные явления в небе, которые были обозначены как неопознанные воздушные объекты. О других мировых новостях вы узнаете из нашей рубрики. В Великобритании хозяева приморской закусочной в графстве Норт-Йоркшир наняли отпугивателя чаек в костюме огромного орла. Им стал 18-летний молодой человек, зарабатывает он 200 фунтов стерлингов, а это около 20 тысяч рублей в день. Чайки стали настоящим наказанием для тех, кто гуляет по набережной с едой. Они подлетают к людям сбоку, бьют их крылом по лицу, а потом хватают пищу. Молодому человеку нравится его работа, туристы и клиенты тоже довольны нововведением. Они спокойно едят картошку и делают фотографии с охраняющим их человеком-орлом. Британские ученые выдвинули гипотезу, что большинство звезд на ночном небе может скрыться от взгляда человека через 20 лет. Всему виной световое загрязнение, вызванное уличным освещением и неоновой рекламой. Они ведут к постепенному осветлению ночного неба и заставляют звезды угасать. Уже в 2016 году астрономы сообщали, что треть населения планеты больше не видит величественный Млечный Путь, а с тех пор световое загрязнение только усилилось. В Японии археологи собираются вскрыть гигантскую каменную гробницу. В уединенной провинции Сага среди руин крепости Йосиногари обнаружили гигантский каменный гроб. Ученые уже выяснили, что гробница появилась в период существования раннегосударственного образования Яматай в Японии. Пока не удалось полностью расшифровать все знаки на ней. Некоторые из них напоминают японский символ катакана, который в Древней Японии использовали для защиты усопшего от злых сил. Найденная могила стала самым крупным захоронением в этом районе. Вскрытие саркофага запланировали на 5 июня. И теперь о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем 20-23 градуса тепла, ночью 11-13.
Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 72%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами была Ольга Дмитриева и Полина Толмачева. Мы увидимся с вами в понедельник утром, а пока желаем вам отличных выходных. Пока! До свидания!